Поэтому струною в гендарном рюкане клана Акита. Как сюда добирались самураи, правда, сложно сказать, потому что вчера тут ехали, аж страшно. И какие-то токийские явно фрики тут приехали тоже снимать. Это вот наш дом, который поближе торцом. Дальше там всякие отдельные омывалки. Тут речка течет. Вот это вот Мифтовый Ротенбура. Отличное совершенно заведение. Здесь вот мужской. Там еще есть женская отдельная Ротенбура. Вот это вот мостик такой крытый над рекой. И там дальше. Это душевая. Не знаю, как люди там моются, потому что одна женская, одна мужская. И тут еще корпуса. Вот этот как бы корпус какой-то более приличный, чем мы жили. Вот, тут вот ресепшн. Мы же, собственно, уезжаем. Дождь продолжает, сегодня уже четвертый день. И там вдалеке видны вот эти ворота, которые на всех фотографиях. Только я их с обратной стороны так не вижу. И такая вот красота здесь. А цены отличные. Но жилье, конечно, сложновато нам.